Они гораздо хорошие, чем такой. Над этим нужно работать. Вот. И так, что основное, смотрите, после того, как вы сделали поворот, вы уже сказали, в какой момент вы можете его выполнять. Если вы перевернетесь и сделаете движение дельфиновое, то в принципе за это вас не дискредитируют, и вы можете делать. Вот. Но тем не менее, после поворота, когда вы кидаете ноги в стенку, против, вы опять же должны ноги поставить вместе, а чуть-чуть расставить, чтобы у вас была опора. Потому как борцы бывают разные, у вас могут опять же соскользнуть ноги. Это своего рода опыт, который лучше приобретать не самим, а других людей, которые имели плачевный такой. Значит, уходить с бортика вы должны не сразу всплывая, а у вас должна быть траектория направлена, значит, вперед-вниз. Если вы отталкиваетесь вниз в толщу воды, там вода плотнее. И опять же скорость вы можете развить гораздо выше. Как вы видели, да, я сделал 5-15 метров. После каждого поворота нужно опять же стараться держаться под водой гораздо дольше. Вот при условии, если вы это выполняете быстро. Если ноги не настолько сильно тренированы, чтобы сохранять скорость, вам, конечно же, лучше всплыть и добраться до финиша уже по воде, а не по воде. Еще раз посмотрим на поворот. Это опять-таки ваши секунды, если вы пробываете чуть-чуть больше метров.